Всем привет, и как обещал в прошлом видео, расскажу, что же у меня находится в этой коробке. Я бы хотела тоже снять распаковку на вещи, которые лежат внутри, но я как-то не подумала об этом и, короче, раскрыла все уже давно. Это заказ сайта Banggood, всякие полезные мелочи для дома. Если вам интересно, то давайте смотреть. Снимаем крышку. Так, первое, что мне попадается, это вот такая вот баночка алюминиевая. Баночка. Если я не ошибаюсь, то такие баночки есть у Manly Pro. Профессиональная косметика, если я не ошибаюсь. Что же лежит в этой секретной баночке алюминиевой? Та-дам! Ничего. Это вот такая вот губочка. Такая прям супер пористая, такая твердая, такая противная. И это та штука для того, чтобы чистить кисточки от теней. Специально взяла свою самую грязненькую кисточку. Это, конечно же, MAC 217. Самая часто используемая кисточка в моем макияже. Сегодня тоже ей пользовалась, рассушевывала серые тени. И давайте же проверим. Вот, как вы видите, она совсем грязная такая. Проверяем. А, кстати, работает. Смотрите-ка. Она, конечно, не стала белоснежной, но она намного светлее стала. Очень круто. Так что этой фигней я довольна. Буду использовать. Не всегда мне хочется мыть свои кисточки после каждого макияжа, так что очень-очень полезно. Дальше тоже для кисточек, как раз таки для мытья кисточек, взяла вот такую вот перчатку. Вы можете подумать, что это прихватка для противня, но нет. Вот такая вот перчатка с разными рифлеными поверхностями. Пупырочки, полосочки и так далее. Фейк на сигмовские такие вот силиконовые перчатки. Помню, когда они только появились, они стоили что-то где-то $30 или больше. И все офигели от такой высокой цены. И да, вот я заказала такую перчатку на этом сайте. Есть разные цвета, я взяла вот такой. Еще не пробовала, но мне кажется, будет круто. Тут есть совсем малюсенькие такие пупырочки для маленьких кисей, я совсем большие, там для тона и так далее. И даже вот тут вот между пальцами тоже есть поверхность рифленая. Далее. Это вот такой вот круг для похудения. Вы его ставите на пол, сами встаете вот сюда. И вот так вот крутитесь, крутитесь, крутитесь. И худеете. Мне очень понравилось. Весело вообще стоять, крутиться. Так что буду заниматься. Не знаю, как это поможет с похудением, но когда активно крутишь, прям такое нормальное кардио получается. У моей подруги была такая штука металлическая еще со времен СССР. Тоже очень весело было на ней крутиться. Теперь у меня есть такая пластиковая штука, но мой вес нормально еще выдерживает. Но и когда Сережа встал, то захрустела эта штука. Так что будьте осторожны. Вот такая у меня фиолетового цвета. Очень легкая, кстати. Да. Далее, помните, я вам в прошлом видео с распаковками посылок говорила, ну, то есть жаловалась, что на почте, на моей почте потеряли стельки, которые я заказывала с этого же сайта. Так вот, спустя где-то месяц мне позвонили с почты, сказали: а, у вас тут ждет посылка, приходите. Пришла я, а там эти стельки. Видимо, они разобрали завалы посылок, которые у них где-то в углу, наверное, валялись, и нашли там мои стельки. Очень удивительно, что они не отправили их обратно, потому что они лежали там с 1 сентября, а сейчас как бы уже декабрь, на минуточку. Стельки вот такие вот, а-ля Шоль. Сейчас реклама по телеку крутится. Стельки Шоль такие вот, вообще они там больше 1000 рублей стоят. На китайском сайте заказала вот такие вот. Это огромный размер L для Сережи. Ой, запах вообще. Можно упороться. Вот. Такие вот они. Прям они плотненькие. Вот эти голубые штуки, они силиконовые. А желтая, она как такой плотный поролон, но тоже проминается. И еще есть дырочки. Не знаю зачем, для вентиляции, возможно. Вот. Теперь он будет такие штуки носить. Тут можно подрезать, кстати, вот тут 41, 42 и 43 размер. Но это очень круто, стоит недорого. И мне кажется, будет удобно. Так что тут есть вот такой вот выступ для пяточки даже. Дальше, что мне попадается, угадайте, что это? Трусики! Это утягивающее белье. Очень симпатично, кстати, выполнено.
но оно вообще почти ничего не делает. Просто такое, оно немножко такое стягивающее, но оно не совершенно никак не корректирует фигуру. Но мне нравится, что тут вот нету швов внизу, так что можно под платье одевать как бесшовное белье. И все равно бачка немножко утягивает. Это круто. Взяла бежевый цвет, чтобы как-то, ну, вдруг там просвечиваться будет. Совершенно ничего не вижу ужасного, чтобы носить вот такие вот огромные трусы. Мне кажется, если они вот какие-то такие, как сейчас у меня, с какими-то кружевами, такие полупрозрачные, это даже как-то секси смотрится, как девушки из 60-х. Я совершенно не против. И далее вот такие две черные тряпочки. Первое — это утягивающие чулки. На самом деле на сайте написано, что они что-то такое для здоровья, против варикоза и всякое такое. На самом деле они очень-очень утягивают ногу, прям вообще, да, онемение. Еще не разобралась, как и что их применять. Будем изучать. На самом деле, они унисексы, для мужчин и для женщин идут, они хорошо растягиваются. Вот такие вот чулки для похудения. То есть вы их одеваете, ходите в них, и они утягивают сильно-сильно ногу, мышцы, и ноги типа должны стройнее быть и худее. Вот. И вот тут пальцев нету, и серенькая пяточка. Но они действительно очень мощно утягивают ногу. Можете зайти на сайт, прочитать, что там конкретно про них написано. Пока тоже активно их не носила, только один раз померила, но они реально очень-очень сильно утягивают. И на этом все. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Вот такой вот небольшой заказик у меня получился, но мне кажется, очень полезный. Оставляйте мне свои комментарии, будет очень интересно почитать и вам ответить. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте свои лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет внизу. И спасибо вам большое за внимание. Всем пока!